Всем привет! Мы сейчас в Сумгаите. Сегодня вот такая у нас погода. Дождь, пасмурно, дожди идут, ливни. Вот сколько дней я не могу снимать из-за сильных дождей. Ветер, холод. Что-то погода очень изменилась резко у нас. Погода резко изменилась, ливни такие сильные идут, дожди. Просто сколько дней, 2-3 дня уже так идут уже. Изменилось, и ветер сильно идет. Вот сегодня так погодняшка нормально. Хоть я что-то поснимаю для вас, Сумгаите. Такой дождливый будет влог по Сумгаите. Все, смотрите. Вот так я вышел. Вот, поснимаю вам Сумгаите такую погоду. Дождливый Сумгаите. Погода сейчас капюшон одену. Идем гулять в дождевой погоде. Вот такая погода в Сумгаите у нас. Дождевая. Сейчас. Давай, на телефон так. Вот он. Снимаю Сумгаите, вот такой погуляемся. Ну дождь идет, такой мелкий такой, моросит. Вот сейчас прекратился, такой синий дождь были. Ветер очень сильные такие. Никуда невозможно выйти. Там синие ветра. Дождь такой сильный. Дожди, только дожди, дожди. Вот сейчас немножко так успокоился такой ветер. Только моросит идет, но моросит, но не сильно так. Я эту сторону первого квартала иду, сторону второго, вот это второй квартал. Иду к сторону первого квартала, центр. Это центр Сумгаите. Где бывшая улица Ленина была сейчас. Это Азербайджан улица. Это второй квартал. Вот это третий квартал. Сейчас дорога будет приходить. На следующий парк. Все, дорога пришел. Ну что, поснимаем. После такие погоды, резко так изменился погода. Выходить невозможно, снимать невозможно. Когда вот такая тихая погода, ага, можно выйти погуляться. А так нет. Так целый день дома сидим. Занимаюсь так делами. С собой даже зонтик взял, если что, такой ливень сильный будет. Вот, хоть с собой зонт. Третий квартал. Через дорогу это третий квартал. Ветер поднимается опять.
Через дорогу до второго квартала. Все, ветер поднимается. Палку туда спускаться к морю, там очень холодно, там ветер сильный, там невозможно там снимать, там сейчас вот, моросит дождь, там сейчас спуститься там ужас, ветер и холодно. Центр Сунгарит. Центр Сунгарита. Мы идем туда. Вниз с вами. Погуляемся. Зона дежурный. Где дежурный магазин, покажу 20-й квартал, покажу эти места. Мне на канале ролик там есть. Я летом снимал. Ну я вам еще раз покажу. Это центр. Собачка такая умная. Ждет, как долго переходить. Смотрите. Пришла дорога. Такая умная собачка. Хозяин ждет, как жди. Ждет, сидит. Потом пришла к хозяину. Ой, сейчас зонтик откроется у меня. Вот такая погода. Это драматический театр. Театр здесь, смотрите. Я сейчас спускаюсь туда вниз, к 5 кварталу, 19 кварталу, и там на справа свину улица Гедалива, к дежурной. Покажу вам дежурный, где был охотничий магазин. Но охотничий магазин, а пчелах магазин, о, это там остался. И где дежурный, 20 квартал вам покажут. Ту часть Сунгарита. Будем гулять в так дождливую погоду вместе с вами. Вот это место вы очень хорошо знаете. Это улица Низами, бывшая трамвайная линия. Сейчас зонтик кто-то. Пошли вниз. Вот здесь такой красивый спуск.
тихонько идем. Это парк. Пятый квартал. Тут через дорогу это здание пятого квартала. Может, кто-то здесь жил, вспомнит свой дом. И вот здесь тоже дом. Вот это напротив пятого, четвертого квартала. Сейчас будем дорогу переходить, идем. Все, идем. Это улица, бывшая улица Ленина, сейчас улица Азербайджан. Как вот эту улицу похоже, сюда кофе пахнет. Здесь кофейня. Такой здесь кофейня, здесь кофе. Такой мини-ресторанчик, здесь кофе. Можем на вынос с собой брать или внутри попить. И сюда здесь кофе пахнет. Такие запахи кофе. Вот была почта, все это знают место, центр Сингаита. Рестораны. Следующая улица, улица Гейдалива, а через дорогу 18 квартал и 19 квартал, они друг друга рядом, слева справа, справа 19, слева 18 квартал. Через дорогу 19 квартал, я иду в сторону Дежуны. Это место, очень, места это очень многие знают. Вот. Улица Гейдалива, идем в сторону Дежуны. Все там знают, уже многие там жили в 20 квартале. Многие туда ходили, Дежуна магазин бывший. Вот это места я вам покажу.
Через дорогу это 19 квартал, уже там на востоке. Здесь много таких старых дома, советские много, такие красивые дома здесь есть. Зонтик свой. Такое тоже красивое здесь здание. Советское такое. Сколько? Вот такое здание красивое здесь. Через дорогу это 19 квартал. Сейчас вас поставлю. Ровно. Натурка скользит, дождь идет, мелосит, телефон мочит. Все, телефон такой. Весь телефон мокрый становится, мочится. Телефон. Сейчас он у вас встали. Смотрите. Через дорогу это 19 квартал. Уже следующий 20 квартал идет. Вон красивое здание стоит, это уже 20 квартал. Сейчас вам покажу там вот это здание 20 квартал. Вот 20 квартал и магазин Дежурный. В 1956 году этот дом построили. Сколько ему лет это здание Дежурный? Девятый квартал вот это. Через здесь девятый квартал. Вот это здание, девятый квартал, 20 квартал через дорогу. И вот они такое красивое здание. Это Дежурный. Сейчас дорогу прихожу к 20 кварталу. Смотрите. Вот это 20 квартал. Здесь арка. Сейчас вам покажу. Это 20 квартал. Смотрите, вспоминайте эти места. Многие узнают, вспомнят. Дежурный, где магазин был, 20 квартал. Здесь пицца. Какое-то красивое такое здание.
Да. Эта дорога идет 21 кварталу. А это 20-й квартал. Через дорогу 9-й квартал. Это пока улица Гедалила. Дальше уже идет 26-й квартал. Через дорогу это 9-й квартал. Дальше там 26-й квартал, травматология, потом роддом, номер один роддом, где я родился. Первый роддом там, и детская больница там тоже. Здесь, вот через дорогу уже иду, это школа. Сейчас посмотрим, какой номер этой школы. Вот это территория школы. 20-й квартал. Кто-то, наверное, здесь учился. Вот. Это школа. Написано «Хошки Адмусис». А номер школы я не знаю. Может, кто-то узнает. Кто-то в школе это учился, сейчас его реставрацию сделаю. Вот это школа. 20-й квартал, кто там учился. Через дорогу уже пещемерта. Сейчас долго пойду и обратно. По 9-м квартале пойдем. 9-й квартал тоже покажу вам. Вот здесь. Через дорогу пещемерта, да? 26-й квартал, все. Дальше уже 26-й квартал начинается, пещемерта, да? Школа. Вот через эту аптеку, это здание такое, ну, первый роддом, где я родился. В Сумгайте вот здесь родился, в первом роддоме. И дальше вот эта поликлиника, больница детская. Вот этот забор, травматология. 9-м квартале. Я долго приеду.